Я всех приветствую. На это канал Мини-трактор Укр. И наконец-то я сюда сегодня приехал, чтобы вам показать новый кентавр. Помните, были моторы КМ-385? Они сейчас есть. Так вот, ребята захерячили целый трактор КМ. Кентавр, соответственно. То есть эти моторы назначаются компанией Кентавр. Вот, собственно говоря, пожалуйста, вам целый трактор такого типа. Я вам расскажу, что это вообще за аппарат, потому что много есть в интернете, чего сейчас говорят. Я вам расскажу про цену на него. Я вам расскажу про скидку, которая может быть максимальной честной скидкой. То есть это когда вам с официального магазина привозят трактор с документами, вы наперед ничего не платите, вас никто не кидает, у вас есть сервис и тому подобное. Вот. Ну, все, друзья, по порядочку. Так что подпишитесь на канал. И пишите, что думаете по поводу этого трактора. Вот, собственно говоря, сразу сходу, как выглядит его кабина. Ничем не отличается от ДВшки. Абсолютно, помимо... Чуть-чуть поменяли потолок, стал более модный. Вот, и мы видим, что кабина идет закругленная. То есть у нас 4 стойки, как в Фотоне. Там лучше намного обзорность. И более просторная, соответственно, сама кабина. Вот. Прихерячили новый свет, модный, побольше. Зеркала, оптика поменялась. Вот, сзади все тоже, как в ДВшке. Я скажу так, Кентавр это импортер ДВ. То есть ДВшек больше, скорее всего, не будет. Сейчас это все Кентавр, потому что большинство, я так понимаю, агрегатов, там, двигателей и все остальное с завода Кентавр. Соответственно, ребята подумали, зачем нам заморачиваться, бренд ДВ, он как бы, ну, уже сколько лет был, все, хватит, будем теперь как бы возить Кентавр. Я ничего против не имею, потому что трактора реально прикольные, потому что, ну, так смотрите, какая дверь. Соответственно, это вот не там... Тот же Донфэнг со старой кабиной, где вот так эта бойница узкая. Короче, все неудобно, ты туда, короче, пролазишь. Хотя в Донфэнге есть свои, конечно, плюсы, в которых до этого Кентавру очень далеко. Но тем не менее, 40 сил. СК. Самый бюджетный на сегодняшний день трактор. Это раз. Днепропетровский тракторный завод собирает, импортирует эту технику. Это те же ребята, кто... привозит ДТЗ. Те же ребята, кто HPX ДТЗ завозит. Отличное качество обслуживания, сервиса и так далее. Попадаем мы в кабину. Видим, как устроена она вся. Не слишком прям супер удобно, но ровный пол. Рычаги под правую руку. Приборка славового отвинченная. Довольно удобный трактор, довольно много места. Тут везде зашито все нутро, то есть коробка не видно коробку. Сзади все зашито, более-менее герметичная даже кабина под евро. Соответственно, все равно есть там моменты, где вот видно землю, но это уже такое. Понимаем, да, что это там не Фотон 50-ка. Все-таки бюджетный сегмент. Для бюджетного сегмента классная кабина. Есть магнитола, печечка. Смотрите, со всех сторон просто вам будет греть вас зимой. Есть вот свет. Дворник. Удобные кнопки. Не драчевые такие переключатели, как раньше были. Вот. Ручной газ. Там управление навеской, управление ВОМом. То есть... передний привод подтыкается. Вполне себе обычная кабина, вполне себе неплохая для такого класса. Суть нижней части осталась той же. Суть, ну, поменялась, что более обтекаемая кабина, закругленные окна, 4 стойки, хорошая обзорность, более современная, скажем так. Вот. В остальном же трактор остался без изменений. Я даже не буду открывать, потому что там 4L22VT, а тот же самый 4-котловый мотор кентавровский, который, собственно говоря, стоял и на 40-ке ДВшке раньше. Тоже 2 насоса, жидкостное охлаждение двухконтурное, редукторный мост. На 24-ке, на 40-ке он будет у вас одинаковый, точно так же, как и задний мост и коробка передач. То есть вот 24-ка, 40-ка. Вон, идем к 24-ке. Те же яйца, только в профиль. Вот, такой же точно мост. Они надежные, они ходят. По ним моментов минимально по этой ходовой, но
просто говорю как факт, что там в Донфенке, в Сороковке мост мощнее. Вот. Вот такие вот трактора, такая вот сороковка, есть в наличии. Приятный цвет, сильно не пачкается. Звоните, обращайтесь, заказывайте, доставляем по всей территории Украины без предоплаты, наперед ничего не берем, привезли, проверили состояние, рассчитались. Вот. Любые удобные формы оплаты, законные в Украине, НДС, без наличный расчет, кредит, рассрочка, все есть, все предоставляем официально от дистрибьютора. Всем счастливо, всем удачи, пока!